сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай. По-разному можно относиться, по-разному можно оценивать август 2014 года в новейшей истории Украины. Это одна из самых ярких, в любом случае, страниц истории вооруженных сил Украины, нашей войны с внешним и внутренним агрессором. Годовщина Иловайска очень скоро, и очень много информации вы услышите, очень много риторических вопросов прозвучит, кто-то будет требовать люстрации, причем не только пожизненные, вплоть до высшей меры наказания определенным лицам. Но я бы хотел, чтобы вы и мои уважаемые коллеги-журналисты говорили и думали прежде всего о героизме тех ребят, которые сражались и погибли за Родину. Да, в очень трагических условиях, в очень тяжелой ситуации, когда многих из них под Иловайском, в Иловайском котле попросту расстреляли. В те августовские дни мне довелось быть в районе Старобешево, Новоазовска, как раз в те дни, когда российские части, регулярные войска заходили, замыкали Иловайский котел. И я более чем уверен и сегодня, что если бы не регулярные части российской армии, то сегодня в этой студии мы говорили бы о войне, но уже намного меньше. Ну, я так думаю. Конечно же, история и время расставят свои точки над «и». Поэтому самое главное, на мой взгляд, сегодня не забывать, это красная нить нашего разговора с врачом-волонтером, а скоро он, надеюсь, снова уедет в зону АТО. Почему говорю «надеюсь»? Потому что его знания, его опыт, его навыки помогут спасти человеческие жизни. Вы знаете, часто врачам говорят, особенно военным медикам, что не желают им, дабы их навыки пригодились на фронте. Лучше они пусть используют их в мирной жизни, которая тоже чревата различными ЧП, ДТП, к сожалению. А я скажу, ну, пусть его знания и навыки, еще раз подчеркну, помогут там на фронте. Спасут жизни ребят, которые вовремя вернутся домой. И самое главное, живыми.
И «Черный тюльпан», о котором мы очень много говорим в этой студии, возобновил свою поисковую работу очень скоро. Я так думаю, и «Одесская вахта» отправится снова в миссию. Мы снова будем работать там, в зоне АТО. Будем с вами об этом говорить, но уже чуть позже. Позывной «Зуб», герой нашей программы. Я приветствую вас в этой студии. Все те слова, которые я говорил, конечно, они имеют к вам непосредственное отношение. Но сегодня мы говорим о том, что необходимо помогать армии, что никто с нашего общества, несмотря на усилия государства, Министерства обороны, других силовых ведомств, не снимает такую напряженную социальную миссию, как помощь армии. А вообще, вот вопрос такого плана. Много приходится слышать не только мне, я думаю, и вам, когда говорят, люди устали, люди уже, у них нет сил, нет средств, дабы помогать вооруженным силам. Так ли это на самом деле? И вот как бы вам хотелось ответить на такой мой вопрос? Хотелось бы сказать, что люди не устали. Хотелось бы. Но, увы, сейчас состояние экономики в нашей стране не на подъеме, зарплаты у людей соответственно, и если на начале конфликта люди могли позволить себе давать приличные суммы на развитие даже медицины или на развитие вооружения, сейчас люди просто истощены. Мы сейчас сами пытаемся собрать иную сумму для проведения тренингов уже непосредственно в зоне АТО. Для меня это будет не первый тренинг, потому что, когда я там находился, я уже читал бойцам тренинги. А вот для моей группы, которая со мной едет, это организация ЭВС, это будет первая поездка туда. Я сейчас не буду говорить о месте и времени выезда. Это понятно, что такие вещи не обсуждаются в прямом эфире. Уже определен ли срок командировки и те навыки, которые вы передавали своим подопечным, я так скажу, в ходе тренингов, а мы, кстати, о них рассказывали в нашей программе, и тут даже на мне что-то пытались показать, вернее, показали, как накладывается жгут. Вот они сегодня, ребята, морально готовы ли? Первый вопрос. И второй, насколько сегодня ваша группа готова, в том числе, дабы наглядно, да, показать, что вот так можно использовать вот это. То есть я говорю о материальном, потому что сегодня, я не скрою, вместе с вами, больше, наверное, я буду все-таки призывать наших телезрителей обратиться, и обращаюсь к ним, вы будете помогать нашим вооруженным силам, конкретным подразделениям, есть телефоны, сейчас будет, вернее, приватовская карточка на ваших экранах, вы посмотрите список того, что необходимо для аптечек, помощь вооруженным силам Украины. Ну и, соответственно, отвечайте теперь на мой вопрос. В первую очередь, ребята морально готовы. Мы еще сделаем такой небольшой сюрприз для военных. Нам, в свою очередь, будут помогать волонтеры. Не буду говорить, опять же, в целях безопасности, кто и где. Мы, когда вернемся, я думаю, мы с вами скинем видео, и мы об этом уже поговорим 100%. С вами отдельно в студии. Там их ждет отдельный сюрприз. В плане аптечек, это больше идут индивидуальные аптечки для бойца. Стоимость одной аптечки минимальной, именно натовского образца, 1200 гривен. То есть мы можем поехать к бойцам, прочитать курс по натовским аптечкам. Мы всегда, когда читаем курс бойцам, мы говорим, чем можно более дешевым заменить. Мы никогда не говорим, что это вот только натовская аптечка и все. Мы даже им учим, как оказать помощь, когда нет ничего. Но сейчас мы нацелены на максимальную закупку именно айфаковских аптечек и передачу их бойцам. Я так понимаю, что сегодня вы можете кое-что нам даже показать из того, да, что требуется, но и озвучить тот список насущных потребностей, которые есть у ребят, и то, что вы отвезете на фронт. Первое, что основное, что нас держит, для проведения тренинга у нас есть все. То есть мы сейчас собрали полностью. Нам у нас требуется топливо. Это дизельное топливо. В среднем там выходит 120 литров. Ну, то есть дорога туда и назад и по территории. Если есть у кого-то карточки на дизельное топливо, то мы тоже очень, мы наоборот будем в первую очередь рады. А если не будет карточек, то нам надо собрать 3500 только на бензин, на дизельное топливо. Сейчас у нас собрано на дизтопливо 1500. 1000 было собрано на тренинге, и сегодня утром меня разбудила смс от одной из особы, которая уже не первый раз, кстати, нам помогает. Она перечислила нам 1500 гривен на
то, чтобы мы поехали туда. Давайте вот сразу, чтобы утрясти вопрос по топливу. Вы знаете, что очень редко мы даем координаты волонтеров или вот представителей, скажем, сегодня уже военной медицины. Да? Вот номера карточек, номера телефонных телефонов, потому что ну, все проходит через сито, не только проверок, а каких-то личных ощущений, ну и, конечно же, знакомства. Редко это делаем, но поверьте, те люди, которые бывают здесь в этой студии и обращаются за помощью вооруженным силам Украины, они заслуживают как минимум уважения, потому что, поверьте мне, их есть за что уважать и полного доверия. Поэтому, что касается топлива, могу подтвердить, это ребята еще на самом деле просят такой минимум, очень жесткий минимум, потому что расход топлива в зоне АТО, он, конечно, ну, ситуации могут быть и разные. Но опять-таки, есть определенный минимум. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на номер карточки Приватбанка, могли перечислить свои средства. И опять-таки, есть телефон нашей редакции 737-7310. Вы можете позвонить, у кого-то есть карточки. Обязательно мы свяжемся и передадим. Можете оставить нам. То есть сегодня различные варианты коммуникации мы предполагаем. Пожалуйста, это все будет делаться прозрачно, открыто. Уж отчетность там мы точно гарантируем. Итак, что касается аптечек, что необходимо сегодня ребятам? Первая личная аптечка – это минимальная. Это жгут, ну, либо жгут кат, либо сич. Мы его заменяем сичу, потому что стоимость либо 400 гривен, либо 150 гривен. Я просто буду доставать и показывать, что есть и как оно выглядит. Соответственно, подсумок, но мы их отставляем аж на последнюю очередь, потому что у ребят могут быть какие-то подсумки. Ну, мы будем закупать их в последнюю очередь. Кстати, как говорят в Одессе, на фронте еще немножко шьют. Бывают и такие варианты, да, когда подсумки есть разные. Жгуты и израильские бандажи. Это самое основное, что нужно. Вот как выглядит наш израильский бандаж в развернутом варианте. Он у нас уже пережил многое. Это уже тренировочные наши, они уже и запачканы, и перешиты. Это такое дело. А следующее, что мы будем обязательно, это для доступа к ране необходимы хирургические ножницы. Мы закупаем эти ножницы, стоимость их не $0.5. Если есть у кого-то именно уже ножницы, уже готовые или закуплены. То есть, опять-таки, подчеркну для телезрителей, речь сегодня идет не только о финансовых средствах. Если у кого-то есть то, что сегодня показывает зуб, то, пожалуйста, приносите. То есть, тут было как бы очень неплохо. Все варианты рассматривать. Я думаю, что можно даже заносить вам в студию, либо как-то связываться там уже, если что, я, либо ребята заедут. Ну, это вообще не проблема. Я понимаю, что иногда мы превращаемся в склад. Тем не менее, в данной ситуации готовы стать маленьким складом, лишь бы была помощь. Дальше у нас идут гемостатики. Но мы сейчас, фирм их производителей много, мы сейчас их рекламировать не будем. Самый дешевый, но действенный, мы сейчас нашли, чтобы не соврать, у нас стоимость $17.5 за одну штуку. А вот для чего он необходим, чтобы люди понимали, что это не просто красивая упаковка? Гемостатик, он вводится в ранение при повреждении сосудов, либо просто при ранении для сохранения конечности. Мы сначала накладываем жгут, потом вводим туда гемостатик. И когда подействовал гемостатик, мы можем снять жгут. То есть тем самым мы можем сохранить конечность. Это самый дешевый, что сейчас мы нашли. За 17.50. Но опять-таки, еще вариант. Я буду так комментировать, да, чтобы люди понимали. Если есть дешевле варианты, пожалуйста. Мы тоже... Все пойдет в дело, все для нужд фронта. Мы сейчас даже заменили, опять же, бандажи израильские. Мы используем не армейские, как серые, а гражданские. Если армейский стоит 120-180 гривен, в зависимости от кого искать, то сейчас мы нашли самый дешевый вариант 64.50. Ну, сейчас и по курсу доллара, гражданский, разница только в цвете упаковки и в цвете самого бинта. Если его использовать один раз, то разницы практически никакой. Кстати, почему израильский вариант, вот вы ему отдали предпочтение? Я бы сказал бы так, его называют израильским уже, наверное, по привычке, потому что им пользуются многие страны НАТО, и вообще изобретатель этого чудо-средства, он получил колоссальное количество наград от всех стран, ну, от военных структур стран НАТО. Израильский, не знаю, может быть, по первой стране, кто сделал это. Я даже, я как-то в эту сторону не увлекался. То есть больше такая привязка уже идет, да, символическая, я бы ее назвал. Может так. быть, поэтому. А дальше, что у нас идет при ранении в грудную клетку, у нас может появиться такое явление, как пневмоторакс, когда у нас имеется отверстие в грудной полости, и у нас поступает туда кислород. Нужны накладки для того, чтобы заклеить.
Кстати, во время тренинга вы это все демонстрируете, да, мы это показываете, мы это, лично видео. Они у нас уже такие полуживые, но мы их, вот их идет две на случай сквозного ранения, это у нас более мертвые уже. А вот она отклеивается одной рукой, все делается одной рукой, отклеивается легко и заклеится рано. У нас даже вчера был тренинг, приходили, правый сектор у нас занимался, и мне один из ребят задал вопрос, а если у меня волосатая грудь, как свитер? Я говорю, ну давайте оголяйте свой торс, будем проверять, ну насколько. И они, да они у меня не волосатые, ну я там немного шерстистый. Я говорю, ну смотри, наклеил. Он такой, да, держится. То есть, опять же, на вопрос, брить, не брить, ну это такое дело. Единственное, что мы будем, что мы не вкладываем в аптечку, это игла от напряженного пневмоторакса. Это когда уже воздух попал в полость, и человек тяжело дышит. То есть воздух давит на легкое сверху. По какой причине бойцы очень путаются. Поэтому мы решили заменить накладки окклюзионные на накладки с клапаном. То есть при возможности воздух будет выходить оттуда. Стоимость, опять же, одной окклюзионной накладки с клапаном $16. То есть если бы наша страна начала производить это, увы, пока никто не производит подобного. Ну, а стоимость одной аптечки, опять же, 1200 гривен. Ну, в принципе, это не столь большие деньги. Я понимаю, что если говорить о конкретном человеке, конечно, это и сумма, есть у нас и пенсии на таком уровне. Тем не менее, речь идет о том, чтобы мы могли помочь всем миром. Кстати, вопрос вот такого плана. Если бы вот такие аптечки или что-то подобное были у наших ребят в начале войны, сколько бы жизней, на ваш взгляд, это спасло? Насколько бы реальной была помощь? Я вам скажу так. Сегодня годовщина трагедии в Иловайске, начало Иловайской трагедии. Увы, но там довелось побывать ребятами из Одессы, и мне в том числе. У нас выехало 3 человека из Одессы, на 3 друзей. Вернулись все живы и здоровы, и 2 моих друга попали в самые небылы. И погибло тогда из нашего полка 3 человека по одной единственной причине. Жгут на поле боя просто треснул. Это был обыкновенный жгут эсмарха. Пока к нему добежали, человек просто истек. Это уже там парамедиков в этот момент не было, потому что на тот момент было, чтобы не соврать, 3 или 4 парамедика на 200 человек. Кстати, сегодня потребность в парамедиках, она закрыта, все-таки люди появились. Ну, насколько я знаю... Потому что, насколько я знаю вашу историю, то вы махнули на всю рукой и добровольцем уехали вместе с друзьями туда. Ну, тогда нас подбило на поездку туда, когда мы услышали, что 28-я бригада, опять же, мы едем именно к 28-й бригаде сейчас, я могу это сказать открыто, потому что она стоит много где, вот, и наши оппоненты явно не смогут узнать, куда мы поедем. Скажем так, мы хотели поехать 28-й, они тогда очень сильно попали, по-моему, чуть ли в окружение не попали. Мы пытались прорваться много где, у нас там вообще было собрано студенты, интерны, ну, молодые ребята в основном, но мы не смогли прорваться. И тогда мы нарвались на объявление, что требуется в интернете девочка знакомая, она психолог, сейчас она работает в Одессе, по-моему, даже при МВД психологом, набор новую полицию, и она присылает сообщение, вот смотрите, я нашла. И я звоню туда, и как раз тогда была куратором всего этого Оксана Анатольевна Корчинская, очень хорошая женщина в этом плане, светлый человек. И она попыталась, ну, у меня было на тот момент, сейчас у меня ощущение, она проверяла нас, насколько мы готовы. Она нас пыталась отговорить, ну, вследствие чего я сказал одну фразу, говорю, либо вы нас берете, либо я заложу трубку, и я найду, как туда добраться. Она сказала, хорошо, я вам даю телефон одного хирурга из Львова, Костика, очень тоже такой добротный хирург. И уже через него мы через 2 дня уже были там. Кстати, да, 28-я тогда в Иловайском котле, ну и другие части очень сильно потрепало, и Кутейниково в том числе, там, это немножко дальше туда от Старобешева, это уже все территория временно оккупированная. Опять-таки, возвращаясь к вопросу ваших тренингов, вы вот так как-то сразу, я скажу честно, ну я наблюдал за этим, да, информационно пытались вам тоже помочь, вы очень резво стартовали, и самое главное было не сбить вот этот темп, да, в тренингах. Ну, слава богу, все опасения позади, все действительно получилось.
Но я помню первые, скажем так, ну не то, что это не ваши ошибки, это ошибки тех людей, которые вас принимали. На занятия вам присылали абсолютно неподготовленных морально, наверное, прежде всего, было. Людей, которые не понимали, для чего им это необходимо. Тоже было. Сейчас ситуация уже изменилась. Понимают ли те люди, которые уходят в зону АТО, что вот без этого, особенно без знаний, как все это применять, они там просто не выживут? Я сейчас столкнулся с другой ситуацией, когда общаемся с людьми, или которые приглашают. Но сейчас мы уже вышли на уровень, когда мы не просто предлагаем свои услуги, а к нам уже иногда говорят, не хотите ли вы позаниматься. Одно единственное условие. Ребят, мы занимаемся только с теми, кто туда уезжает. И те, кто мотивированы. Я недавно столкнулся с очень прекрасной ситуацией, когда человек, вернувшийся из зоны АТО, узнав, что просто вообще незнакомый ему человек, тоже его, он сейчас отбывает зону АТО, он пришел, он за свои деньги закупал половину там, бронежилет, каску, лайфхаковскую аптечку ему выдали, он пришел вместе со мной к этому человеку, вот так вот дал ему сумку и говорит, вот это тебе нужнее. То есть полностью отдал ему все. Он говорит, все, я списался, теперь твоя очередь. Вот это очень прекрасный момент, поэтому призываю всех, кто сейчас возвращается оттуда, либо находится уже здесь, если у вас дома что-то лежит, передайте ребятам, которые находятся там. Потому что очень печально, когда ты находишь аптечки, которые раздают организации, вы видите, немаленькая сумма, их увидишь на Райберте, либо еще на каких-то сайтах продажи. А самое смешное, что там виднеется один определенный браслет от Patriot Defense. Там они могут еще выкинуть вкладыши, но фишка Patriot Defense, там браслетик «Fuck you, Putin». Вот. У меня этот браслет до сих пор лежит еще с первых, как только получили аптечку. Это была Маринка. Вот еще раз я подчеркиваю, что на наших экранах вы видите объявление, что необходимо для аптечек нашим военнослужащим. Мы говорим прежде всего о помощи 28-й отдельной механизированной гвардейской бригаде. Это Одесская бригада, сегодня только так ее, а не иначе, называют в Украине. Бригада, действительно, ее подразделения раскиданы по всей линии фронта. И вот что необходимо ребятам. Есть карта приватбанка. Но опять-таки обращение к тем ребятам, кто уже служил в зоне АТО или находится в отпуске, демобилизован, пожалуйста, если есть возможность передать свои аптечки или что-то, дабы дополнить их тем, кто служит, кто воюет, пожалуйста, приходите к ребятам или звоните нам в студию, телефон вы видите на экранах, связывайтесь со мной, обязательно мы все это дело передадим, потому что время еще до отъезда определенно есть, и потом, в принципе, мы и сами планируем уже уехать, работать дальше в миссии «Черный тюльпан», это тема отдельного разговора. Опять-таки, возвращаясь к тем, кто приходит к вам на тренинги, вы занимались не только с военными, для которых эти тренинги были абсолютно бесплатны, но и с, скажем так, гражданскими людьми. Да. Да? Для них вы все-таки, вот как они говорят, когда общаются с вами, какую-то пользу действительно вы принесли? Это ли просто такой, знаете, интерес, я бы его назвал милитари, да, потому что сегодня такая ситуация. Вот интересно, вот дай попробую, и все. Мы общались, я получил очень дельный совет от одной персоны, которая была у нас на тренинге. Мы до этого не делали такого себе среза знаний. За это отдельный спасибо этому человеку. Когда мы начинали заниматься, вот последнее особенно занятие, я говорю, нате вам повязки, нате вам все, вот я вам дал, теперь давайте оказывайте помощь, условно раненым бойцам. И они сидят, а как-то там наложили жгут где-то, не знаю, на пятки, неважно где там, понакладывали. Потом приходишь и говоришь, знаете, а правильно делать вот так. И они сидят, ага. И тогда ты можешь сказать, вы меня научились чему-то. Потому что когда они приходят, ты сразу показал, я ничему не научился, или там научился, но малому. Так ты, они видят, что они чему-то научились. Следовательно, помимо обучения, хоть какое-то разнообразие проведения. Но опять-таки, интенсивность тренингов именно с гражданскими людьми. Кстати, сепаратистские сайты о вас тоже пишут. Да? Да, есть такое дело. Причем говорят о том, что вот Одессу готовят к бойне. Какой бойне, не понимаю. Но в любом случае, те навыки, которые вы даете людям, они пригодятся и в мирной жизни, если такая ситуация, не дай бог, конечно же, будет. Мы сейчас учим и гражданских людей, но мы сейчас хотим отходить от обучения гражданских. Либо у нас будет четко набранная группа, там 10 человек, чтобы просто не устраивать тренинги там, для
5 человек, для 6. Да, у нас всегда есть военные в дополнение. Нам проще собрать военных, на которых можно и гыркнуть, и в случае чего с привода в пятую точку стрельнуть. То есть там уже у нас были такие ситуации, и они адекватно реагируют на все это. А с гражданскими как-то, ну, они не поймут. Мы уже отчасти анонсировали, это не секрет, ваше убытие в зону АТО. Кто здесь останется, кто будет работать с ребятами? У нас очень забавная ситуация. У нас сейчас мы отправили недавно нашу девочку, тоже инструктора одного, тоже в зону АТО. И так совпадает, что в сентябре, сам не знаю пока точно в каких числах, я отбываю, она к этому времени должна вернуться. То есть у нас будет такая... Ротация. Ну и мы набираем новых людей, мы об этом говорили, что мы набираем новых членов организации. И особенно мы рады медикам, парамедикам. Но опять-таки, насколько я знаю, отбор довольно-таки жесткий у вас, и требования жесткие. Ну, если человек будет... Какие принципы подбора людей? Ну, во-первых, если... Знание английского языка, Кембридж, там, до 40 лет. Нет, у нас такого нет. У нас есть ребята, многие без медицинского образования. Они просто пришли, говорят, мы готовы помогать. У нас есть дизайнеры, скульптора, просто там медсестры и... Ну, единственное, пока у нас не было, это юристов. Ну, а так подходят многие, помогают нам совершенно различных профессий. Отбор, главное, чтобы это был патриотично настроенный человек, который готов помогать нашей армии, помогать нам. Сейчас мы планируем запустить несколько гражданских проектов, то есть абсолютно отказаться от... Ну, не то, что абсолютно отказаться, гражданские, потому что война, рано или поздно она закончится, надеюсь, что рано. Проблем у нас насущных очень много. Мы заканчиваем время эфира, остается буквально полторы минуты. И я еще раз хочу, чтобы наши режиссеры показали вот то, что необходимо для аптечек и в помощь 28-й бригаде Вооруженных сил Украины. Это наша одесская родная бригада, хотя все Вооруженные силы Украины для нас, понятно, родные, как и другие силовые ведомства, особенно в зоне АТО. И вот на фронте бойцам необходимо для аптечки такие штуки. Интересные, да, которые не просто штуки, мы их так называем, а то, что спасет им жизнь. Сейчас вы видите карточку Приватбанка, вы можете перечислять свои средства на эту карточку, можете оказать помощь, принеся что-то ребятам, есть контактные телефоны, вы можете что-то принести сюда нам в студию, набрать телефон прямого эфира 737-73-10, сказать, что вот есть возможность помочь. Мы, конечно же, будем рады всех вас видеть, и я в очередной раз хочу убедиться, я это просто знаю, в том, что Одесса, как и раньше, помогает армии, потому что Украина начинается с Одессы. Ну и напоследок, да, это наш не последний эфир, в любом случае я знаю, что мы будем встречаться, и будет у вас ротация, будет у нас ротация, встретимся обязательно в прямом эфире, поговорим, удачи. Пока только удачи и победы. Конечно же, победы и мир. Спасибо, что были с нами. Через несколько минут снова в этой студии будем говорить больше о политике. Ну, наверное, и о помощи армии в том числе. До встречи.